Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости канала. Сегодня у нас очередная распаковочка, очередной посылочки с сайта AliExpress. Вскрывать будем сегодня лазерный проектор. Для дискотек, для домашних вечеринок, для создания праздничного настроения, для украшения сада и так далее. Приступаем. Посылка дошла за 2 недели. Трек отслеживался. Достаем, как всегда, в пупырке. Вот, коробочка чуть-чуть помялась. Коробочка. Ну, ничего страшного. Это не смертельно. Достаем, смотрим. Мануал. Понятно. Вот сам проект. Крепление. Можно прикрепить хоть к стене, хоть к потолку, хоть к другому предмету, к столу или тому подобное. Работает этот проект, как я уже сказал, в автоматическом режиме или отмостки. Вот здесь находится с обратной стороны микрофон. Может, вам видно. С этой стороны все характеристики его. 2 цвета, зеленый и красный лазера. Вот сам проектор с этой стороны. С обратной стороны регулировка. Кнопка выбора режима, мод. И разъем питания. Вставляем разъем питания. Подключаем к розетке. Лазеры заработали. Вот здесь все регулируем, скорость, картинку. Кнопкой мод выбираем режим. Раз, два, три. Раз, два, три. Сейчас режим микрофона. Включим музыку. Все работает. Мы вечером посмотрим, как это будет смотреться. Смотрится хорошо, конечно, издалека, не с такой вблизи. Проектор надо отводить подальше, минимум на 3 метра. Ладно, друзья, вечером проверим. Друзья, стемнело, и я включил на автомат. Правда, вблизи смотрится не так эффектно, как вдаль. Сейчас я попробую направить вдаль. А вдаль направил на дом. Вообще обалденно смотрится. Смотрится очень красиво. Сейчас включу музыку и попробуем под музыку. А в саду обалденно на деревьях смотрится. И вот через на 20 метров вдаль тоже смотрится очень эффектно. Чем дальше, короче, тем лучше. Вот так на автомате работает. Смотрится вблизи. А вот так, друзья, смотрится под музыку. Ну, короче, вещь классная. Вещь классная. Нужная для вечеринок. Короче, ссылочка на него будет под видео. Кому надо, заказывайте. Много разных проекторов у него в этом магазине.
Чем дальше, тем, конечно, лучше. Ну ладно, друзья, наверное, будем на этом заканчивать. Кому понравилось видео, ставьте лайки, кому не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, буду рад каждому новому подписчику. Всего вам доброго, до свидания, удачи вам.